Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Знаменитости стали мужем и женой в 2007 году. Супруга Юры Шатунова, Светлана, до знакомства с музыкантом даже не знала о существовании «Ласкового мая». Возлюбленная артиста так и не смогла проникнуться творчеством своего мужа. Как оказалось, познакомились будущие муж и жена в начале 2000-х в Германии, где артист изучал звукорежиссуру. Молодые люди просто встретились на улице, а уже через несколько свиданий между ними завязался роман. Поженились же они спустя 7 лет, когда на свет уже появился их сын Денис. При этом, как пишет «Комсомольская правда», Светлана при первой встрече не догадывалась, что за автографом ее будущего мужа выстраиваются километровые очереди. Как оказалось, она и не догадывалась о существовании «Ласкового мая», ведь большую часть жизни прожила в Германии и не интересовалась российским шоу-бизнесом. Впоследствии она так и не смогла полюбить ни песни группы, ни сольное творчество Шатунова. Супруга музыканта спокойно отпускала его на гастроли и старалась не ревновать к избранницам, а в их семье, как рассказывали близкие, всегда царило взаимопонимание и любовь. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.